Бывает так, что времени на полноценное приготовление обеда совсем не хватает, вот тогда-то мне и приходит на выручку рецепт блюда, как приготовить гречку по-купечески, томленую со свининой. В свое время этот рецепт стал для меня просто открытием. Одновременно получается сделать вкуснейшее мясо и гречневую кашу. Для приготовления использую казанок или кастрюлю с толстыми стенками. Такой гречки по-купечески получается очень много, поэтому ней можно накормить большую компанию. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Мою и очищаю морковку, натираю ее на крупной терке. Лук чищу и мелко нарезаю, в сковороду наливаю подсолнечное масло и разогреваю, выкладываю овощи и обжариваю. 2. Свинину мою и нарезаю кусочками среднего размера, добавляю мясо на сковороду к овощам спустя 10 минут после начала обжаривания. 3. Готовлю содержимое сковороды 15 минут, периодически перемешиваю. 4. Отмеряю 1-2 литра воды. Добавляю томатную пасту и перемешиваю. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. По вкусу добавляю соль и черный молотый перец, перемешиваю смесь. 6. Гречку промываю и всыпаю в сковороду, перемешиваю. 7. Вливаю воду с томатной пастой, все хорошенько перемешиваю. 8. Чищу несколько зубчиков чеснока и выдавливаю через пресс, накрываю крышкой и готовлю под закрытой крышкой 20 минут. 9. Зелень мою и мелко нарезаю, готовую гречку подаю горячей, посыпаю мелко рубленной зеленью. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Свинина, 0,6 килограмма, гречка, 0,6 килограмма, морковка, 2 штуки, луковица, 2 штуки, томатная паста, 2 столовые ложки, чеснок, 2-3 зубчиков, соль и перец, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 5-7. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Я рада гостям.